spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале SpinningLine. Сегодня в нашем обзоре представлен многофункциональный инструмент от популярной японской компании Daiwa. Он называется Seaplier 190H и способен пригодиться не только при выездах на рыбалку, но и в походе, да и просто в повседневной жизни. Может быть, в данной модели не так много функций, но она все равно универсальная. Давайте поближе рассмотрим этот интересный аксессуар. В первую очередь отметим достаточно крупные габариты представленного приспособления. Его длина составляет 19 см, а вес равен 170 граммов. Благодаря таким размерам под эту модель понадобится вместительное отделение в сумке и рюкзаке или объемный карман экипировки. В качестве основы при изготовлении берется металл, не поддающийся коррозии. Использование такого материала обусловлено частым контактом с водой, а следовательно, большим риском появления ржавчины и выхода инструмента из строя. Эргономичные ручки длиной 10 см сделаны из двухцветного композита. Благодаря его структуре снижается общая масса приспособления. Еще на каждой рукояти предусмотрено неглубокое рифление, также дающее эффект противоскольжения. Чтобы во время активной рыбалки случайно не потерять инструмент, закрепите его на одежде или рюкзаке, используя ретривер. Для этого имеются специальные проушины для фиксации застежек или карабина. От внешнего вида перейдем к функционалу. На концах губок мы видим оригинальную систему зубчиков. Она поможет разъединить заводное кольцо. Весьма удобный элемент при оснащении блесен или воблеров. Далее идут плоскогубцы. Благодаря их длине можно достать крючок, который застрял достаточно глубоко в пасти рыбы. Кроме облегчения этой процедуры, вы оберегаете пальцы рук от порезов острыми зубами хищника. И очень полезный инструмент – резак. За счет острой заточки он с легкостью справляется не только с монофильной леской и флюорокарбоном, но и с плетеными шнурами различного диаметра. Рукояти этого девайса не подпружинены и не имеют возвратной системы. Однако к этому можно быстро привыкнуть и манипулировать инструментом, используя одну руку. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале SpinningLine.